Всем привет, YouTube, привет. Вот новое поступление. У нас были пайки до этого рассмотрены. Второй, шестой и седьмой. Вот, теперь появился номер 4 и номер 5. Но обо всем по порядку. Начнем с четверочки. С виду все то же самое. Вес, размеры, так что не буду, так сказать, ваше внимание отвлекать понапрасну. Открываем. Вот так это все выглядит. Ну и по порядку. Концентрат сухой, натуральный, быстрорастворимый персик. То же самое малина. Сливки 2 грамма для любителей. Пить кофе со сливками, наверное, оно тут есть. Паштет нежный. Паштет печеночный. 3 ложки. Шоколад. Таблеточка. Так, что у нас есть? Еще у нас вот третий. Вишня. Значит, получается. Вишня, малина, персик. Так, что это у нас? Повидло яблочное. Ну, как всегда, галеты. 2 сортов пшеницы. Это у нас тут уже во всех пайках мы видели. Так, что это? Это сахар. 3 штучки. Так, что? Мясо с зеленым горошком и морковкой. Каша гречневая. С говядиной. Так, поехали дальше. Это сальце. Шпик соленый. Дальше что у нас? Рагу из овощей, очень вкусное. Так, салфеточки. Спичечки. Гуляш из говядины. Теперь что? Пюре из яблок. Сырок плавленый, конечно же, то, на чем их разогреть. Чаечек и кофеечек. Стиморол, жвачка. Перец. Поливитаминка. Соль. И еще пару таблеточек. Ну, естественно, описание. Очень острый нож. Тут комплектация. Салфетки и ярлычки. Ну вот такой сухой паёк. В общем, получается, что тут упор тоже у нас на гречку. И гуляш из говядины. Упор на говядину. Говядина, каша гречневая. И гуляш из говядины. В общем, упор у нас тут на говядину в этом паёчке. Все, всем спасибо, удачи!